Добрый день, друзья! Добрый солнечный день! Мы едем по Суздальскому шоссе. Вместе с вами прыгнули. У нас солнышко, голубое небо. Сейчас все больше и больше будет появляться солнечных дней. Мы едем, смотрите, с левой стороны. Локация Айкумена. Орловский парк, Новоорловский парк, новостройки. Мы заезжали летом. Посмотрим, что там происходит зимой. Суздальское шоссе. Сейчас поедем, заедем немножечко в этот район. Потом я вам сайт оставлю, вы сможете зайти, посмотреть. Находится недалеко от метро Проспект Просвещения, но не в пешей доступности. Все-таки надо проехать несколько остановок. Метро Парнас, метро Проспект Просвещения. Маршрутки останавливаются, остановка прямо рядом на шоссе, рядом с центром. ЖК с центрами торговыми. Вот начинается Айкумена. И дальше вот эти парки. Орловский, Новоорловский. Погодка у нас сегодня чудесная. Продолжается стройка еще. Напротив парк, гулять можно. Чуть дальше озеро. Остановка здесь, ну, на той стороне. Сейчас мы будем разворачиваться. Посмотрим со стороны, что это за локация. Вы меня спросили в комментариях. Это дорога на выезд. 3:30, солнышко уже низко, а небо голубое. Мы подъехали, ребята, это Орловский парк. Строение Суздальское шоссе 30. Строение 1, корпус 2. Вот эти здания. Кстати, интересная локация. Ребят, сейчас я посмотрела. Мы когда приезжали, мы туда дальше проезжали во дворы. Вот здесь, кстати, есть офис продаж сразу на въезде. Красное здание. Это что такое? Темно как-то. Офис продаж, красное здание. Дальше есть объявление экскурсии они делают по своему ЖК. Сейчас зимой не так видно. Вот деревца, смотрите, посадили, скамеечки. Вот это строилось еще. Вот эти здания строились. Площадку для отдыха сделали. Зимой, конечно, все по-другому. Какие деревянные скамеечки. Какая прелесть прогулочная. Морозец, солнышко у нас сегодня. Ну что, нравится вам? Интересно, напротив тоже парк, там дальше озеро. Значит, направо это будет до метро Парнас и до метро Проспект Просвещения. Примерно Проспект Просвещения 5-6 километров, Парнас 6-7 километров. В ту сторону вот идет шоссе Суздальское. Мы повернули с него и заехали. Орловский парк. Тянутся дома. Как интересно. Смотрите, здесь парадные. Этот переход, наверное, от одного корпуса к другому. 30, строение 1. Суздальское шоссе. Ой, как интересно. Здесь тоже площадка. Все выполнено в едином стиле. Деревянные скамейки. Такие же качельки, такая же горочка. Стиль определенный. Получается окна в окна, да. И там тоже, это вот все строение. Тут же адрес 30, корпус. Суздальская 30, строение 1, корпус 2. Площадочка идет. Дальше у нас там, мы проехали Айкумена, Новоорловский рядом. Какие интересные. Да, дворы интересные. Там дальше, видите, тоже дома. Но там летом, ребят, мы не могли разъехаться. Здесь можно погулять. Машины вдоль дороги ставят тоже. Здесь вот парадные. А, вот уже с лоджиями. Вот они, лоджии. Угу. Вот, смотрите, стеклянные. А с этой стороны
С этой стороны я не знаю, что это за дизайн, может, такой. Дом, пишите. Ну, мне, кстати, кто-то писали, что в Орловском купили квартиру. ЖК Орловский парк. Вот они. Лоджии. В одном стиле. Холодно, ребят, холодный ветер. Мороз скрипит. У нас то плюс, то минус. Завтра вроде бы минус 3, сегодня прохладнее. Как на солнышке красиво смотрится. Солнышко в окно и небо голубое. Сейчас все больше и больше у нас будет, ребят, солнечных дней. Ближе к концу января, феврале, а в марте уже будет достаточно солнечных дней. Но сегодня такой достаточно солнечный. Уже давно такого не было. Даже где-то облака там далеко-далеко. Со стороны смотрится Орловский парк. И вот остановка стоят люди, мы видим. Будем мимо проезжать. Остановка автобусная. Вот остановочка осталась позади. Пишите, ребят, кто живет, что здесь? Садики, школы, вот видно. Садик там дальше. Парковка. Вот ЖК Новоорловский офис. Продаж офис. Тоже парковочка. Там, конечно, разъехаться сложно. Мы с вами летом заезжали. Это Айкумена продолжает строиться. Тоже офис продаж тут же. Отдел продаж. Суздальское шоссе 20, адрес. Вот они строятся. А это дорога к Выборгскому шоссе. Можно повернуть на Выборгское шоссе, на проспект Энгельса. Можно доехать до Парнас, можно до Просвета доехать. Можно вообще налево выехать из города. Видите, пешком 5-6 километров далековато до метро. А так вроде бы и рядом все. Вот в этот ЖК мы заезжали. Малоэтажный. Суздальское 12 шоссе. Здесь как-то у них что-то... То ли долгострой, какие-то... Что-то долгострой, что-то сдали. Люди живут уже в нем. Ну, заезжали как-то летом. Здесь надо разбираться в этом ЖК. Ребят, мы выехали на Выборгское шоссе, и вот там, вдалеке, это Новоорловский парк, дома видны. Смотрим на карте, где расположен ЖК Орловский парк. Санкт-Петербург, Орловский парк, север города, вот здесь центр у нас, приближаем. Парнас, проспект Просвещения. И вот мы с вами ехали по Выборгскому шоссе. И повернули на Орловский парк. Суздальские озера наши. Проспект Просвещения. Вот здесь начались съемки. И мы повернули на Орловский парк. Еще раз на карте. Видите, где он находится? Можно посмотреть фото. В летнее время. Вот из бревен мы все видели. В одном стиле сделано. Балконы, а вот здесь вот лоджии идут. Лоджии, лоджии. А балконы, дизайн. Летом, конечно, все веселее. Теперь на сайте общий план. Мы вот с вами ехали по шоссе Суздальскому и вот сюда завернули. Вот эти здания, мы здесь гуляли. А общий план, продолжение домов, школа, корпус 1, вот здан, корпус 2.
Он сдан. Тут оформление, оформление.